скажу, что добрый день, Полтава. Это 30-я школа на Половках. Здесь сегодня начали замену окон. Как мне сказали, 60 окон в этой школе будет заменено. То есть городские власти финансируют это все. Ну, хороший такой позитив. Директор школы постеснялась давать интервью, но ничего страшного. Главное, что делается работа. Всем удачи!